Что ж, продолжаем. Партийный отбор продолжается. Сегодня региональный оргкомитет партии «Единая Россия» зарегистрировал первых участников предварительного голосования. Уже 16 человек получили право претендовать на пост депутата Ярославской областной думы. Но прежде чем попасть на итог голосования, которое состоится 3 июня, им необходимо пройти активный этап агитации, провести дебаты, встречи с избирателями на местах. Среди тех, кто поборется за мандат депутата регионального парламента, известный в прошлом хоккеист, депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. Во внутреннем отборе участвуют и бывалые законотворцы региона. По прошествии года, да, моей политической карьеры, считаю, что могу для города Ярославля, для Заволжского района в частности, по округу которого я поучаствую на праймерис и постараюсь победить, да, сделать намного больше полезного и хорошего. То есть активность достаточно высокая, если вы обратили внимание, это люди, которые известны в Ярославле, Ярославской области, поэтому мы ожидаем высокий уровень интереса и высокий уровень конкуренции.